Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Гусева Татьяна. Я старший директор в компании Faberlic и хочу сейчас снять для вас видео по личному объему. Что такое личный объем и сколько денег мы на него тратим? Дело в том, что очень часто я сталкиваюсь с представителями других компаний, где они, к сожалению, не владеют полной информацией. Чаще всего это люди, которые либо попробовали где-то порекрутировать, так скажем, поработать в других компаниях, посотрудничать с ними и ушли, не добившись результатов, либо находятся на совсем невысоких уровнях, то есть сами самостоятельно не изучали маркетинги других компаний, в частности компании Faberlic, и, естественно, не смотрели, какой у нас балл, какая у нас продукция и сколько это стоит. Итак, для того, чтобы получать свое вознаграждение от компании, есть условия личного объема. Это условие есть в любой сетевой компании, абсолютно. Но разница в том, что где-то больше по сумме, где-то меньше, но не забываем о том, что везде разный ассортимент. Если в компании Faberlic это начиная от косметики, гигиены, парфюмерии, одежды и детям, и взрослым, и обуви, и на выход, и на повседневный. Это продукты для здоровья, продукция для дома, бытовая химия, мужчинам, для бизнеса. Есть все, что угодно. То есть наш интернет-магазин Faberlic полноценно на все 100% заменяет наши уличные магазины. То в других компаниях ассортимент совершенно скудный, очень узкой направленности. Например, чаще всего ограничивается только косметикой. То есть люди делают свой объем, да, личный объем для получения зарплаты, но при этом еще продолжают ходить в магазины на улице для того, чтобы купить одежду, чай, кофе, для того, чтобы обуть своих детей, да, подготовить к школе. Сейчас это актуально. У нас, например, есть школьная форма. И так далее, да, бытовую химию все мы стираем, каждый день моемся, убираемся в доме, моем посуду, то есть все это люди покупают в магазине на улице, но при этом продолжают тратить свои деньги, делая свой личный объем на 20-м флаконе парфюмерии, крема для рук или там, я не знаю чего, туши для глаз, которая уже, в принципе, вам не нужна, а личный объем делать нужно. С компанией Faberlic такого нет. Итак, что меня сподвигло на это видео? Вот диалог, который состоялся у меня с девушкой. Девушка откликнулась, скажем так, на мое предложение, приглашение. Вот, и очень так некрасиво, да, написав, а почему вы мне стать директором не предлагаете, а только скидку. Потом она мне написала, что большой личный объем. Откуда такие знания, если человек по смыслу, как я вижу дальше в диалоге, ни разу не сталкивался, но тем не менее вот такие вещи она мне пишет. Когда я написала, что 4000 – это небольшой личный объем, причем что ассортимент более 5000 наименований, мне написали, что не 4, а 5. То есть мне, старшему директору, которая находится уже давно в компании, да, в статусе, имеет свою структуру и так далее, приглашая людей, меня учат, какой у нас личный объем. Представитель совершенно другой компании, а скорее всего не представитель ничьей. Да? Много людей, кто попробовал, ушел, не добился результата, но считает, что у него остались какие-то знания. Когда я написала о том, что минимальная сумма 50 баллов личного объема – это 3750 рублей, меня, в принципе, вообще обвинили, что я вру, да? Что когда я врать перестану, тогда со мной соизволят пообщаться. Ну хорошо, все люди разные, я никого не уговариваю, мне нужны партнеры активные, кто со светлой головой приходит зарабатывать деньги. Но для того, чтобы развеять вот эти вот глупые мифы людей, которые приходят куда-то, им там наставники вкладывают какие-то страшилки про компанию Faberlic, чувствуя в нас сильную конкуренцию, я вот хочу этим людям немного открыть глаза. Итак, что такое личный объем 50 баллов? Посмотрим на примере России. Поехали, да? Что нам нужно в доме? Давайте начнем со здоровья. Бальзам и фиточай, да? Вот хотя бы так, отсюда пойдем, по мелочам наберем то, что нам необходимо. Итак, давайте начнем с чая, да? Чай пьем, возьмем на пачку чая домой. Добавляем в корзину. Дальше, что нам еще необходимо? Бытовая химия, идем в дом. Уход за посудой. Что нам нужно, да? Давайте возьмем с
средство для мытья посуды. Положим в нашу корзину. Кондиционер. Далее гигиена. Давайте возьмем себе прокладки. Все женщины их покупают. Не будем обманывать друг друга, да, что этого нет. Двигаемся дальше. Уход за зубами. Все мы чистим зубы. Нет такого, чтобы зубы у нас были не чищены, да? Каждое утро мы выполняем эту процедуру. Возьмем зубную пасту. Так, давайте помоем волосы. Так, сейчас я найду шампунь, который я постоянно беру. Возьмем шампунь. Возьмем бальзам для волос. Ага, вот эту маску я всегда еще беру, очень классная. Восполнитель кератина. Что нам еще нужно? Уход за телом. Возьмем гель для душа. Давайте посмотрим дезодорант, который нам тоже необходим. Вот этот классный, пахнет мятой, мне он очень нравится. Так, дальше. Продукция для здоровья. Я беру всегда коэнзим себе. Я пью. Пьет у меня муж. То есть эта продукция у нас тоже для здоровья всегда есть дома. Омега тоже обязательно. Витамины. Далее сейчас я вам покажу сладости. Детям я беру, это батончики. Протеиновые батончики, то есть лучше я куплю им протеиновый батончик, чем непонятную шоколадку в магазине. Так, дальше, что еще у нас здесь мы берем? Напитки. Какао для детей. Кофе Бьюти беру для себя. Папе нашему возьмем, допустим, такой дезодорант. Возьмем ему пену для бритья. Пускай будет это. Обычно Цельсиус берем. Уход за лицом. Так, где она? Вот она. Крем дневной. Взяли. Так, дневной взяли. Ночной. Добавили. Что еще нужно? Для дома еще можно взять уход за поверхностями обязательно. Это каждый каталог я заказываю. Вот средство универсальная чистота и блеск. Для стекол. Для стекол берем. Так, пройдем в корзину, посмотрим, сколько у нас уже личного объема. 60 баллов.
на 4661 рубль. 60 баллов, да? Даже 61. Нам говорили о том, что 5000 рублей – это 50. То есть мы уже видим, что мы перебрали. Ну, давайте отсюда что-нибудь уберем, что нам пока не нужно. Не знаю, что нам тут может быть не нужно. Наверное, все нужно. Даже не знаю, что убрать. Чай нужен, для посуды нужно, прокладки нужны, зубная паста нужна, средство для волос нужен, дезодорант нужен, добавки для здоровья нужны, шоколадки нужны, то по одному взяла. Обычно беру хотя бы по 10, четверо детей дома. Не по 10, по 12 каждому получается. Так, кофе тоже здесь только один. Хорошо, давайте попробуем убрать средства для мытья стекол и чистоту и блеск. Вот просто их уберем. Так, что еще здесь у нас можно убрать? Еще на сколько? Почти что на 8 баллов. Что здесь у нас лишнее? Что лишнее? Давайте, даже не знаю, что. Что можно отсюда убрать, что нам не нужно? Хорошо, давайте прокладки уберем. Допустим, они нам не нужны. Так, что еще убрать можно? Видите, даже приходится удалять. Давайте у мужа дезодорант берем и пену для бритья. Пусть останется без этого на этот раз. Так, еще 3 балла нужно убрать. Уже 3938. Так, 3 балла еще мы уберем. А, на 3 балла можем убрать. Что можем убрать? Так, ну давайте заберем гель для душа и дезодорант еще отнимем, допустим, что нам они в этом каталоге не понадобились, и добавим еще один батончик, пусть их будет два. Два таких, и то опять переборщили. Ладно, идем дальше, продолжить оформление заказа. Итак, посмотрите, еще раз я подредактировала, чтобы было ровненько. Что у нас получилось? У нас получилось два пакетика кофе, 5 шоколадов, батончиков шоколадок с кокосом, 5 со вкусом шоколада, маска для волос, 1 пакетик кофе, крем ночной, крем дневной, витамины для семьи 1 баночка, омега для семьи 1 баночка, коэнзим Q10 1 баночка, шампунь для волос 1, зубная паста 1, кондиционер для белья 1, средство для мытья посуды 1 и чай черный с ананасом и манго тоже 1. 50,5 баллов, это у нас 4000 рублей. Здесь есть разная стоимость балловая, да, минимальный балл у нас стоит 75 рублей. Ничего лишнего для семьи я здесь не взяла и заплачу за это 4000 рублей. Могу набить заказ так, что у меня будет по минимальному баллу 3750. Но теперь еще раз вернемся к нашим баранам. Опять-таки, чай у меня есть, кофе у меня есть. Средства для мытья посуды есть. Шоколадки детям у меня есть. Помимо этого, есть еще куча другой продукции, которую я покупаю. А если бы здесь в ассортименте компании Faberlic была только косметика, то мне бы что пришлось брать? Тысячную пудру, тысячный флакон духов или тысячную, не знаю, губную помаду. А за этими продуктами, которые сейчас лежат у меня в корзине, пришлось бы бежать в магазин на улицу. Поэтому в следующий раз, дорогие, когда вы пишете, да, своим оппонентам, людям, которые приглашают вас в бизнес, что в компании Faberlic большой личный объем, то вы потрудитесь хотя бы зайти на сайт компании, посчитать самостоятельно и посмотреть. Не нужно позволять дурить вам головы. К сожалению, так бывает, что новичок регистрируется в компанию, и наставники им, в силу того, что они хотят удержать своих людей возле себя, совершенно нечестными, некорректными методами забивают голову, да, пудрят мозги, рассказывая о том, что у них хорошо, а в других местах плохо. И для того, чтобы люди им верили, им приходится обманывать. Поэтому, пожалуйста, берегите свою голову, да, сохраняйте свою голову светлой, чистой, разум открытым. Пожалуйста, умейте анализировать самостоятельно. Не нужно верить на слово всем подряд. К сожалению, но это правда. Всем хорошего дня. Если есть вопросы, пожалуйста, под этим видео есть как меня найти. До свидания.